Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я начинаю записывать видеоуроки про Camtasia Studio. Как работать в программе Camtasia Studio. Напомню, что эта программа предназначена для записи с экрана и дает возможность включить свою веб-камеру. Когда вы смотрите видео и видите здесь вот внизу по вебке человека, он, скорее всего, пользуется программой Camtasia Studio. Приближает, отдаляет видео, всякие галочки, стрелочки, текст появляется, вставки. Это все Camtasia Studio. Значит, с чего мы начнем? Первый урок будет состоять из того, как скачать программу Camtasia Studio. Где ее взять, как установить и так далее. Урок номер два. Запускаем Camtasia и делаем первую запись с экрана. В углу экрана будет включена ваша веб-камера и будет видно ваше лицо. Можно будет, конечно, выключать или включать это по вашему желанию. Но я покажу оба способа. И в этом же видеоуроке будет показано, как остановить запись и правильно сохранить в компьютер. Урок номер три. Показываю элементарное редактирование, как вырезать часть видео, как вытянуть звук, тише, громче сделать, удалить шум микрофона, приблизить область на части видео. Урок номер четыре. Более продвинутое редактирование. Для тех, кто хочет больше информации, более подробно научиться работать с Camtasia, этот урок тоже подойдет, потому что там мы будем разбирать, как наложить текст, как размыть часть экрана, то есть когда вы смотрите чье-то видео, и, допустим, человек пишет там свои данные, электронную почту, и ее не видно. Вот это все через Camtasia можно делать. Как поставить стрелочку, галочку, что-нибудь обвести, выделить на экране. Добавить фоновую музыку ко всему или к части видео. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Итак, приступим.